Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Антон Хорин, я музыкальный мастер, и мы находимся в моей музыкальной мастерской в Петергофе. Сегодня мы поговорим об одной из частей операции отделки, а именно о покраске дерева в цвет и о возможных красителях, ну и красителях, которые я применяю. Итак, начну сразу, что как музыкальный мастер, сразу отрежу и намекну будущим мастерам и ученикам. Я как мастер, проработавший 30 лет, не выношу красить инструменты в цвет. Во-первых, потому что каждая древесина имеет свою замечательную, изумительную текстуру, красивую, природную, и разные сучки, направление волокон, разные там особенности строения дерева, это все ее красота. Во-вторых, как только вы начинаете красить, вы убиваете вообще всю эту красоту, вы начинаете делать какие-то непонятные цвета, непонятную химию, вообще непонятно, что вы начинаете делать. И в-третьих, как только вы вступаете на путь отделки, сложной отделки, вы берете на себя такой геморрой. Потому что все мастера знают, что отделка – это геморрой. И чем больше отделки, чем больше цвета, краски и лака, тем больше геморроя берет на себя мастер. Не секрет, что качественный маляр на мебельном и деревообрабатывающем производстве – это ключевая фигура. Качественный маляр – это человек, который получает больше всех денег. Качественный маляр – это который из говна, который выходит из столярного цеха, может сделать конфетку. Качественный маляр – это человек, который в совершенстве владеет всеми этими материалами, вариантами покрытия, прочее. Но самое главное, качественный маляр – это тот, который может 100 000 раз переделать одно и то же, потому что косяки в малярке – это абсолютно нормальное явление. И это не косяки, это процесс малярки. То есть раз покрыл – не получилось, два покрыл – не получилось, исправил, третий, четвертый, пятый. И многие заказчики удивляются, а почему так долго, а почему отделка так дорого? Потому что отделка – это геморрой. Отделка – это отдельная производство, отдельный вид деятельности. Вот. И я даже у себя в мастерской заметил, что политура, не политура, современный лак, все равно отделка любая, это заряжай месяц. Дополнительно месяц по времени, потому что натрахаешься просто от ас. И чем лучше требуется отделка, тем должно быть дороже и так далее, и так далее. Хорошо, теперь вернулись к цвету. Сегодня разговор о цвете. Ну, к сожалению, бывают клиенты, которые хотят покрасить свой инструмент в цвет. Или же они заказывают инструмент из самого дешевого материала, а хотят, чтобы он выглядел как из дорогого. Допустим, да, заказывают там, из березы, из бука, которая белая, или бук розовый, да. А инструмент хотят выглядеть, чтобы он выглядел как будто из палисандра, соответственно, коричневый. Или там еще как ореховый, да. Они понимают, что они экономят, но они готовы заплатить хотя бы за покрасочку. И вот мы, мастера, попав на такой заказ, начинаем мудохаться. Цвет красят морилками или бейцем, как по старинке это называется. Морилки бывают спиртовые, растворимые на спирту или на ацетоне, на растворителе. Это все, назовем их спиртовые. Спиртовые морилки растворяются всеми нормальными растворителями, ацетонами, спиртом и прочее. И морилки бывают водные. Спиртовая морилка, значит, что я вам хочу сказать. Морилка и лак, которым вы покрываете, не должны быть одной химической
породы. То есть, если вы покрыли инструмент спиртовой морилкой, а потом сверху начинаете крыть нитролаком, полиуретаном, шеллаком в том числе, то ваш лак, который вы наносите на спиртовую морилку, растворяет ее, потому что у них одна порода. То спиртовое, спирторастворимое, это спирторастворимое. Растворяет. Достаточно плюхнуть много лака, он растворил, потек в подтеками, и вся краска, которую вы нанесли, потекла и образовала множество некрасивых подтеков, все это полезло, все это надо перешлифовывать. Какие плюсы спиртовой морилки? Спиртовая морилка очень яркая, насыщенная. Спиртовой морилкой можно сделать любой цвет, по сути. Спиртовой морилкой... Заметьте, мы сейчас говорим о прозрачных морилках. Мы не говорим об эмалях. Эмаль – это непрозрачная краска. Мы говорим о том, что чем кроют нормальные музыкальные инструменты, акустические. Прозрачные морилки. Это маленькая ремарка. Итак. Плюсы спиртовой морилки. Она яркая, она очень красивые цвета и прочее, прочее. Минус, я сказал, главный минус. И в Советском Союзе морилок спиртовых стандартных выпускалось три цвета. Стандартно были на всех музыкальных фабриках. Это вишневая, желтая и свекольная. Стояли они в бочках в огромных. И из этих бочек, значит, брали этот порошочек, растворяли. И смешав эти три цвета, получали любой оттенок красно-желто-коричневых тонов. И естественно, что мастера были невеликие маляры. Во-первых. Во-вторых, не было хороших краскопультов и компрессоров. Все крыли с компрессора из холодильника. Вот, какими-то бутылочными этими краскопультами, все это было плохо, все это плевалось, все это текло, поэтому в старину очень, как только заказывали цветную гитару, это значит, она будет вся либо черная, либо грязно-коричневая, либо обосранная с этой модной тогда хипанской аэрографией, убогой абсолютно, этот санбёрст кошмарный. А почему санбёрст? Сразу смотрите, ага, потому что мастер хотел скрыть косяки. И запшикал темной краской, чтобы это все незаметно, свои косяки. Кстати, на будущее знайте, что если вы видите покрашенный инструмент, или закрашенный гриф до безобразия, или что-то, или санбёрст, это значит, под санбёрстом явно закрашенные шпаклевки, склейки, косяки. Обязательно. Вот. Водяная морилка тоже была всегда. Вот. В чем преимущество? Сейчас объясню, да, преимущество водяной морилки. Ее минусы. Прежде всего, водяная морилка блеклая. Первое. Второе. Водяная морилка требует несколько слоев нанесения, чтобы дать нормальный слой. Яркий цвет, сочный, не получится с водяной морилкой. И водяная морилка выделяет контрастно слои дерева. Поздняя древесина темная, ранняя древесина светлая. Водяная морилка их еще более делает контрастными. Но при этом эти минусы вы можете превратить в свои плюсы. Зачем вам насыщенный цвет? Можно делать нежный оттенок. Во-вторых, проявление текстуры дерева – это большой плюс, наоборот, круто. И сейчас я расскажу о главных плюсах водной морилки. А я в своей мастерской использую только водную морилку. И сейчас я вам расскажу, почему. Во-первых, как вы помните, метод Генри Форда, принципы Генри Форда, которые я исповедую, это покупай материалы, комплектующие и прочее в ближайших хозтоварах. Не надо тратить время на доставку, на выписывание, на ожидание. Это все ваши деньги. Все должно быть в производстве быстро. Быстро побежал, кончилось, побежал, купил за копейки. Хоп, применил. В чем проблема всех фирм, занимающихся продажей лакокрасочных материалов? В том, что они находятся хер знает где. Вам нужно переться, потратить рабочий день, поехать за этой морилочкой, заказать ее, чтобы показать им цвет, потом ждать, пока они вам этот цвет разведут, потом проверить его, убедиться, что они облажались, как всегда.
заказать еще раз, это все огромное время. И они запросят за эту бутылочку вот такие деньги, за то, что они развели, на компьютере проверили. Ну, господа, это все лажа, и пора давно успокоиться, да, пойти в хостовары и купить морилку. Я использую то, что продается в соседних хостоварах. Значит, линейка морилок водных, но в Бытхим. С черной крышечкой. И в других хостоварах я нашел с желтой крышечкой Кузбытхим. Они разные по оттенкам. Я купил всех возможных, составил себе вот такую вот палитру, которую использую, да. Причем, что хорошо, они еще смешиваются между собой. Можно тут варианты всяких цветов варьировать, то все пятое, десятое. Даже там и такой синий-черный, зеленый. Ну, они выцвели уже, ну, любые. Тут такие оттенки вообще великолепные. Эта бутылочка стоит там 50 рублей, 30 рублей, да. Ее хватает более чем. Ну, вон, побежал с два квартала отсюда, купил, закончилось, купил, использую. Никаких проблем. А теперь самые главные плюсы. Итак, как вы знаете, лак – это вынужденное зло в музыкальном инструменте. Музыкальный инструмент, акустический музыкальный инструмент, он звучит без лака лучше, чем с лаком. И чем больше на нем набухано лака, тем он звучит хуже. Лак сковывает звучание. Мы сейчас не говорим о мебели, об автомобилях, об электрогитарах, которые, по сути, не являются нормальными музыкальными инструментами, а это произведение мебели, напичканное электроникой. Это все можете покрывать чем угодно, как угодно, бухать тонны лака, эмали и прочее, и у вас будет блестеть. Во! То есть это низший уровень, да, мебель, автомобили, электрогитары. Это вообще примитив. Пошел, купил эмаль, запшикал, 8 слоев, отполировал, все блестит, зеркало, вау, круто. Да, напичкал туда звукоснимателей, купил дорогие колки, я музыкальный мастер. Нет, это не музыкальный мастер. Акустический инструмент должен быть покрыт тончайшим слоем лака, чтобы защитить дерево от разрушения и не испортить звук. Это главная задача наша с вами. Тончайший слой лака. Соответственно, мы делаем заказ, и нам нужен какой-то цвет. Мы покрыли цветом морилкой, все это высохло. Взяли, стали покрывать лаком. Напоминаю, что морилка и лак должны быть разных химических пород, разного химического состава. То есть, если мы покрыли водной морилкой, то сверху мы покрываем спиртовым лаком, там, полиуретаном, чем угодно. Он тогда не потянет за собой краску. Не будет цветных потеков, не испортит. Ремарка, опять же. Скрипки испокон веков кроются спиртовыми красителями. Потому что в скрипке абсолютно не важно качество покрытия в плане цвета. Скрипки все пятнистые, разводами. Мастера кроют скрипки пальцами. Посмотрите, видео много, как мастер кроет вместо кисти, использует пальцы, макает и пальцами растирает по скрипке краску. То есть скрипичные мастера извращаются с покраской скрипок как угодно, разводят всевозможные смолы и красители на спирту, пытаются добиться всевозможных оттенков и прочее, прочее. Все это немножко тоже другая тема, и поэтому к отделке скрипки, к ее цвету не выставляется особых требований, как к гитаре, да, эта гитара должна выглядеть более-менее прилично, как из магазина, да, а скрипку, даже ободранная скрипка, покрытая кистью, будет выглядеть вполне богато, между прочим. Поэтому скрипки кроются спиртовыми красителями. Вот. Но если вы хотите, вы можете крыть водными. Итак,
Мы покрыли водным красителем. Все высохло. Покрыли сверху лаком. Как вы знаете, если вы не знаете, я вам рассказываю. Лакокрасочное покрытие состоит хотя бы минимум из двух слоев, чтобы оно было более-менее нормальное. Первый слой как бы грунт, это то, что пропитывает дерево, покрывает. Первый слой нужно нанести и отшлифовать, потому что первый слой поднимает ворс, выявляет какие-то косячки, бывают подтеки лака. То есть первый слой лака всегда вышлифовывается до матового состояния. Будь это полиуретан, будь это алкидный уретановый, будь это шеллак политура, все равно вам нужно это отшлифовать до матового состояния. И на этот матовый отшлифованный лак вы наносите финишный слой. Это если самый примитивный взять вариант. Итак, мы покрыли краской, мы покрыли слоем лака и начинаем шлифовать. Если у вас автомобиль, мебель, электрогитара, бабушкина стенка, все что угодно, вы можете первый слой набухать тонну лака. И потом смело вышлифовываете это шлифмашинкой, вы не прошкурите. А то еще как там два слоя сразу дать, три слоя. Если это электрогитара, пофиг, кройте как угодно. Вы никогда не прошкурите. Ну, если не идиот, конечно. Ежели это акустика, то вы дали всего лишь один слой лачка, тоненький. И начинаете его выравнивать. И, естественно, нет мастеров, которые не прошкурят лак и не дойдут до краски. Нет таких мастеров. Физически это невозможно. Так вот, если инструмент у вас покрыт спиртовым лаком или чем-то еще, спиртовой краской, и вы прошкурили, вы видите, да, пятнышки, свет, более светлые, да, вот прошкуренные кромочки. Нет мастеров, которые не прошкуривают. Это физически невозможно. Вы обязательно прошкурите. Такова процедура вышкуривания. Да? Обязательно где-то что-то, какой-то косячок, какой-то подтек, да, какие-то волокна древесины, вы их вышкурите обязательно до белого. Так вот, если это спиртовая краска, вы уже это ничем не исправите. Это невозможно исправить. Потому что если это спиртовой краситель, вам нужно сверху задуть все до одного уровня. И у вас получается темнее, 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 темнее. Помните, о чем я рассказал, как в старину мастера скрывали свои косяки, и у них инструменты получились. Так именно, наверное, и получилась эта отвратительная покраска Sunburst, когда мастер скрывал накосяченные окантовки. Вот. Возвращаемся к водяному красителю. Да, я прошкурил. Ну и что? А все очень просто. Водяной краситель обладает замечательной способностью. Он покрасит прошкуренные места, а залакированные места он не тронет, потому что он водяной. Я беру водяной краситель. Можно взять ватно-марлевый тампончик. Ну, я использую обычную посудную губку. Наливаю краситель в баночку и начинаю спокойненько прокрашивать, протирать все прошкуренные места. Все. Замечательно. У меня, во-первых, водный краситель обладает замечательной способностью. Он закрашивает все прошкуренные места. А все непрошкуренные места он оставляет в покое. И у вас цвет возвращается в нужное русло. И еще интересная особенность. Водный краситель закрашивает белые риски от шкурки, которые образовались на поверхности после шлифования от абразивного материала. Пожалуйста.
пожалуйста, все, что прошкурено, все, что правильно закрашено. Никаких проблем. Мне не надо лить тонну красителя, мне не надо лить тонну лака. Мне не надо ничего, потому что мы делаем с вами нежные акустические музыкальные инструменты, которые должны звучать. Валя, Валя, вот тут было все прошкурено, смотрите, все, все закрашено. Все, ни одного прошкуренного места. Губка, краситель за 30 рублей из хозтоваров за углом. И руки. Ну, главное, голова, конечно. Конечно. Руки без головы, к сожалению, не работают у большинства. И все. И все. И после высыхания этой второй покраски мы кроем финишным слоем лака, который закрывает, закрепляет все. И уже у нас получается все. Если нам задание полировать глянец и прочее, то мы кроем еще раз, вышлифовываем идеально. И кроем уже третье. Я три раза под полировку машинную, ну такую промышленную, три раза крою промышленным лаком, потому что два слоя не хватает. И там тоже, если я снова прошкурил, я снова беру краситель и снова все закрашиваю. Огромный плюс водных красителей. Оп, где-то что-то стукнуло. И все. Никаких вообще. Все закрашивается. И руки. Пошел, помыл водичкой. Все это смылось. Никаких вообще, даже никаких запахов. Ничего, все. Да, немножко примитивные оттенки, но я вам показал уже палитру красок достаточно. Даже есть зеленый, синий, фиолетовый, какой хотите, черный, серый. Вот такие вот варианты. Подписывайтесь на мой канал, играйте на моих гитарах. Буду вас рад видеть. Спасибо вам большое. До свидания.